выглядит. Вот, посмотрите на, сейчас сравните кривизну. Вот на такой уровень пришлось поднять, это здесь еще мало. Туда он выше идет. На правой стороне вообще беда. Так. Вот сейчас покажу. Вот. Вот настолько пришлось поднять уровень пола, чтобы, так сказать, выровнять основание. Вот так вот, ребятки, работают, устанавливают бревна. Кстати, никакой диагонали нет, разница в 3,5 сантиметра по диагоналям, поэтому 2 года назад собирали. Ужасная сборка, конечно, я понимаю, там, не знаю, ну блин, 0,5 сантиметра. Тут скажут, конечно, что это, блин, усадка и тому подобное. Чушь это собачья. Просто руки у кого-то из жопы растут. Поэтому делайте качественно, ребят. Вот таким образом. Заводим пленочку на стены, чтобы в дальнейшем, когда у нас пойдет вот так вот горизонтально пленка, уже было, перенахлест был, чтобы не допустить попадания паров наших утеплитель верхней зоны.